Речная или водная лошадь? Кто это? А вот, это гиппопотам. Именно так научное название бегемота переводится с греческого. Бегемоты – третий по величине наземные млекопитающие на планете после слонов и белых носорогов. При весе в 3600 килограммов взрослые особи могут достигать в длину до 4,5 метров и высоту около 1,5 метров. И при таких габаритах эти тяжеловесы могут развивать скорость до 48 км в час. Правда, на коротких дистанциях. Сами понимаете, вес все-таки. Толщина шкуры бегемота более 3 сантиметров. Она настолько прочная, что даже пули порой не могут причинить животному вред. Сама по себе кожа может весить до 0,5 тонны, но это не мешает ей быть нежной. Если бегемот в дневное время выбирается из воды, его кожа со временем начинает приобретать розовый оттенок. На окрас влияет секрет, вырабатываемый специальными железами. Основное предназначение этого механизма – защита кожи от пересыхания и растрескивания под воздействием ультрафиолетовых лучей. Иначе могучий житель Африки может получить солнечный ожог. А еще розовым бывает молоко мам бегемотов. Правда, такое происходит при исключительных обстоятельствах. Секрет, защищающий кожу гиппопотама от ожогов во время периода кормления в особо жаркую погоду, может попасть в молоко и окрасить его в бледно-розовый цвет. И при этом милый розовый бегемот – угроза не только для травинки, но и для человека. Согласно статистике, люди умирают гораздо чаще от атак бегемотов, чем от нападений страшных крокодилов. И это при том, что толстые бегемоты – травоядные. У взрослого животного желудок имеет длину 3 метра и вмещает до 200 литров еды, а в открытую пасть может поместиться 6-летний ребенок. У бегемотов сложная система коммуникации, основанная на хрюканье и мычании. Однако эксперты полагают, что эти звери могут использовать эхолокацию. Они прекрасно слышат на суше и даже под водой. Рев гиппопотама может достигать 15 дБ. Это то же самое, как если бы вы встали под колонку на рок-концерте. Жизнь прекрасна и удивительна.